Могут ли пассажиры нижних полок поездов дальнего следования не пускать к себе тех, кто взял билет на верхнее место? В РЖД разъяснили правила проезда. Пассажир, приобретая билет, вступает с перевозчиком в договорные отношения, а значит, соглашается во время поездки занимать определенное место. Проезд других на оплаченном пассажиром месте не допускается. В РЖД подчеркнули, сидеть на нижних полках тем, кто едет на верхней, можно, но с разрешения пассажира. Поэтому в споре за право сидеть на нижней полке должно победить уважение к соседу по купе.